Сейчас мы должны протестировать. Ого, какой у тебя велюр тут модный. Ты видел L200? Круче всех, да? И нашу, как вот эту вильжа. Геленвагены продаете? Не, Геленвагены. Так, ну, начинаем дальше двигаться. Рубикон, стой! Стой, аккумулятор у него сел. Дай назад дерни, чтобы завести. Все, завелась Нива сама. Завелась. Мы тут, у тебя гидроусилитель стоит? Конечно, пальчиком давай. Да, ну что ты рассказываешь? Это на льду, потому что. Это пилот жесткий. Круто. Пилот жесткий тут, что не пилот, то просто. Какие-то маньяки одни. Брата. Что зеркало у тебя? А, не, видно. Это уже третье. Уже третье зеркало? Да, недорогое. Да, надо и себе такие будет ставить, да, тоже? У меня же похожая машина, ух ты, елки. Ты видел, красиво, что там внизу? Да. Такой... О, не, не хочу думать СМС. Жестко там. Там деревья далеко не улетишь. Или тебе не помогут деревья. Не, ну места четкие. Так, а ну по... А где бородач? В этой машине? Не знаю. Да, можешь слева обогнать их? Там деревья. А, деревья. Ну, сейчас выйдем напрямик. Ну, сейчас попробуем. Сейчас, и да. Вот здесь, да? Ну, чтобы я ему помахал рукой. Блин, Нива. А тут четырехступка? Пять. А, фиатовская? Нет. Не, обычно. Да. На третьей не дуже, да? Да нормально. По Ниве, что хорошо, есть тюнинг же. Ты знаешь, что Харьков все делает? Полуоси, блокировки, пневма. Ну, что поки что ничего не рвало. Усиленные гранаты, все да, есть, короче. Да, и копеечные. Тому и ну, не копеечные, но... Видносно. Купе на патруле. Ну, по сравнению с патрулем, копеечная, да. Или с Тойотой, да? А, про гелик мы не будем вспоминать. А вон река, посмотри. Да? Там и церковь где-то должна быть видна, та, что была на прошлой неделе. Блин, какая красота. Прикинь, тут летом, да, пейзажи? Да. Так и зимой здесь были. И зимой четко. А, Андрюха, ж, вот тут вы были, да, в рейде? Да. Мы ж катались. И что там, хорошо было? Да, купалась. Да, было. Да? Так, валим. Да, легенько Нива идет вообще без вопросов. А вот дачи, да, какие-то у людей. Ну, если у вас мостом идет, пойдешь? Мостом, да. А как же мы? А у нас мост меньше, да? И колеса меньше. А сколько у тебя сейчас? 29-е где-то? Колеса? Да. Или меньше? Не, 29. 29, да? А что там, 205-75? Да. 205-80. 205-80? А что за шина? Пив Гудрич пошел на ней. Але... Гудрич? Да. 205-80? 15? Да. Я хотел шаущу, уже не было. Да, достаточно это. Да, как раз на тим мостинах. То, что надо как раз. Она просто рывок має на этих колесах. Ну, типа. Легче ей, да? Хватает ей, да. А поставить высокий... А что, 1.6 мотор? 1.6 рідний. То, что карбюратор стоит, однокамерный перборд. Однокамерный? Да, с Форда. И что, лучше? А ты на бензине сейчас? Да, у меня газон не нужен. Ну да. Нормально идем. Что, залупазлик сделаем, у меня же тоже шестерочный мотор, ну, нивовский мотор, коробка, раздатка, все ждет уже, надо только. Будешь участвовать в установке или нет, ты прямо давай. Я за любой виш. Сейчас не буду строим себе за УАЗа возьмемся. За какого УАЗа? А что-то купим. Да не, давай залупазл сделаем уже, потом УАЗ. Ох, красиво спускаемся. Ну, передачу, наверное, выбила, не пробовал, сломался. У кого? На Ниве, может. Может. Как он тут ехал? Меня, если убирал бы, пробовал, я бы уже никуда. Ну да. Павло, где ты? Иду! Бегу! Говорят, иди, Руслан. И Руслан идет.
прямо срезаю. Я успеваю еще, пацаны. Витя Убер, где он? Ого, а как вы тут оказались, давай, пацаны? Мы ж ездим. Где-то я вас видел, не помню где. Что, Витя Убер валит? Как у него, да, ты что такое, на он, смотри. Ой! Блин! Витя Убер! Мало коксу. Обороты нужны. И начинай от речки. От речки. Там еще один такой же друшляк стоит. Руслан. Они полдня сейчас уже. Не хватает передней блокировки. Руслан, мотай лебедку, цепляй троса. Нет, давай, ты сам заедешь. Да, я знаю, ну что. Так, Витя чуть не заехал, но был близок к победе. Ну, можно ехать на самом деле. Да давай пробуй, я тебе говорю. Спуститься можно, слышишь? Что, колеса? Да. Это для новичков. Да. Ну, как хочешь. Говорят, можешь и не садиться. Глумятся. Да, ниже б давление. Там лед внизу просто из-за этого. Хватает зацепа. Тут сзади ось заблокирована, но не хватает. Карданчик передний. Оригинальный. Это он неровно работает. Если ты выйдешь, она пойдет. Вес просто лишний. А я тебе говорю, каждый килограмм на учете. На таком подъеме. Право руль, Витя, право руль. Право руль. Да. Выйдет, не был уверен в своих силах. Что такие-то проблемы на старте. На старте Витя, его туда сам заманил. Спускайся, да, лазом надо дернуть. Витя, расскажи что-то про эту конструкцию новую. Ну, она такая же гениальная, как и все, что связано. С УАЗом? Это, ну, антипромокайка, что ли. Оригинал? Да, какая-то иномарка едет на помощь. Пацаны, меня подвезите. Ага, с тобой перевернемся. Дикера себе репутация у меня. Так, ну идем по этому маршруту красивенному. Вон там водохранилище, церковь напротив. И тут небольшие проблемы у этого топового 3-литрового дизельного внедорожника. Свободной конструкции, можно сказать. Мы на нем ехали сегодня. Так, а Паджеро продолжает глумиться и ездить. Туда-сюда, туда-сюда. Что заедет в эту гору. Да, заскочил. Да, шины, мотор, все решает. Давай я подержу.
сейчас откроется капот. Это, я вам скажу, серьезное событие. Тут все красиво, и краска, цвет. Дворники правильные верхние, Егор. Ну, это я как взрослый, конечно. 3 литра. Грем на шестеренках. Двери, конечно, самое интересное решение восьмерочки. Да, мотор решает. Что ты задумал, Андрюха? Что-то страшно. Не, давай губы. Да нет. Да не, хватит. А что вы рассказываете? Да не. Андрюха, не. Не хочет. Тут все равно можно входить. Больш... Не, большой зазор очень из-за этого. Надел оно раз и вышло все наружу. Range Rover наверх заедет. Да, конечно, это же Range Rover. Pajero 2 коротенький. Девить обуксовал. А нет, чуть-чуть не хватило. Не так там и просто. Сейчас вторую попытку. Так, а там встречка. Там встречка. Бывают такие моменты. Что, по встречной пошел, да? Ну да, что они тут ездят? Я еду вниз. Не хватает зацепа чуть-чуть. Сильно вправо-влево его бросает. На последнем бугре виснет. Не-а. Так что не только тут у вас не может заехать. А ты не спускался вообще, да? Зацепа, да, не хватает. Только коксом давай с самого низу. Что ж такое? Тоже раскопал. Пока никак. Не. Все, лебедка. Мы возвращаемся к этим двум прекрасным машинам.
что я на ключу ему не буду. Женщине, выйдем, там уже где все. Да? Да, мужчина перед нами. Санча! Как хорошо, когда дизель не работает. Тишина. Птицы поют. Андрюха домкратит. Бесконечно долго можно смотреть на три вещи, да? Да, да, как Витя дрифтит. Не, огонь, воду и как кто-то работает. И Витя дрифтит, четыре. Блин, как-то его бедное. Его завернуло, но. Завернуло. Держится оно там? Оно вроде на месте. Сожрал все, сволочь. Ну так что ж, машина мощная. Сколько ни налей, столько сожрал. Так, ну качнулись. Не очень там все идеально, но сейчас первый Range Rover. Интересно, после накопанного Pajero должен заехать. И потом УАЗа, Мазда. Тюнинг все называется. Охренеть, где мотор решает. V6 так не сверлит, как V8. На 2 цилиндра больше и все. Так, теперь Рома. Да. А передок включен? Передок! Колесо! А, все? Разулся опять. Range Rover опять на помощь. Ну да, что-то не докачали нормально. Автоматика. Может, заедут. Так, УАЗик. УАЗа, Мазда, восьмерка. Ну что, сверли четко. Красавчик вообще! Вот это круто валит. Да. Что тебе, Range Rover опять? Да, как решает мотор. Легко этот раз. Ну так все. Просто лишнего спустили, столько потеряли времени. Так уже тут не скользко достаточно. Уже так раскатали снег с землей. Иду спокойно. Вот тут только в конце чуть-чуть. Так, ну заехал красиво, конечно. Не, ну шины четкие. Да и машина крутящий момент. Мотор чугунный весь, да, я смотрю, и да. Голова, да? Да.
Четко едем. О, пасека. Хороший. Ты что, такая дача, мать. И вода рядом, да? Водичка, все, красота природы. Баньку поставить, я выходит. Да, тут как вроде не в УАЗе, блин, слышишь. Восьмерка, Мазда, БМВ, УАЗ. Что тут еще? Что-то еще, короче. Кнопки от Жигулей, ручка от БМВ, да, наверное? Мерседес. А, от Мерседеса, да. А эти фароискатели от чего-то еще. Зеркало какое эксклюзивное. Так она комфортно так едет. На рессорах. Без каких-либо доработок жестких. Подвеска, я имею в виду подвеска, да, наверное? Да, там грудная. Да, такой яр снизу тут идет параллельно дороге. Конкретный. Длинный какой, посмотри, сколько деревьев валяется. Просто. Леня догнал нас. Что там видно? Так мы параллельно реке идем, да? Не круто. Не, конечно, сейчас иначе набагато на спущенных колесах. Третья, да? Передача. Легко вообще. Легко. Не буксует, не ничего. Не буксует ничего. Раньше ей было напряжено, типа на третьей уже воно типа не хватало. А друга забагато. Я понял. Третья не хватает. Да нет, пробито просто, может, поэтому. Да ну я все равно тоже там просто робити, мы тоже даю твои. Лес дремучий тут вообще. А? Дров кажу просто уже. Да, дров просто какое-то нереальное количество. Тут можно обогревать пол Украины, да, три зимы. Ого. Это наши уже резали. Да. Свежая. Свежая, да. Это опять остановились. Что там происходит? Вот Танзания тут нарисована. Сразу слезы на глазах. Так, не просто тут ходить. Да есть у кого-то обмануть? Нету.